Индия глазами фотохудожника. В Запорожском фотоклубе открылась выставка работ российского фотографа Кирилла Иванова. Самого автора на выставке не было. Его знакомые поговаривают, это уже закономерность. Ведь фотограф очень много путешествует, а потому на своих собственных экспозициях бывает очень редко. В этот раз, вооружившись объективом, Кирилл Иванов находится в Норвегии. Запорожцам же предлагают посмотреть на плоды его работы в Индии. Мне очень нравится взгляд, который я вижу через объектив. То есть я на всех фотографиях вижу настроение, с которым он смотрел на тот или иной кадр, что он чувствовал в тот или иной момент, как он хорошо чувствует настроение людей, то есть портретные его фотографии сможете увидеть. И очень тонкое чувство вот красоты и гармонии. Вот это то, что меня привлекло в первую очередь. Я много путешествовала вот по Индии, тоже бывала в разных красивых местах. Я так Индию не вижу красиво, как видит ее он. На выставке представлены снимки, сделанные в Северной Индии, штат Ладакх. Этот район Тибета считается столицей индийского буддизма. Автор побывал там в этом году в канун Рождества. Организаторы выставки отмечают, выбрали для показа эти работы, потому что в них есть духовность и моральная чистота. Образы. Это интересные очень. Такие психологичные, спокойные, но мудрые, своеобразные типажи индийские. Это мужские портреты, женские портреты, мир интересных таких фрагментальных фотографий Индии. Это искусство, оно представлено фрагментально, но чувствуется. Посмотреть на работы фотохудожника Кирилла Иванова можно в выставочном зале фотоклуба.